Ежегодно празднование Дня Рязани проходит практически одновременно с днем празднования воздушно-десантных войск. Это стало хорошей традицией, ведь именно наш город считается столицей ВДВ. В этом году бравые десантники вновь вышли на улицы нашего города, чтобы почтить память павшим в боях сослуживцев и показать пример подрастающему поколению. 2 августа с самого утра на главных площадях Рязани можно было увидеть тех офицеров, которые из года в год устраивают настоящий праздник не только для себя и сослуживцев, но и для всех горожан. Украшенная техника военных лет, ее раритетные экземпляры проехали по всему городу, начиная от площади Маргелова до самолета в районе Дягилева. Всю дорогу проезжавшие мимо автомобили сигналили и приветствовали десантников, глядя на развивающиеся советские флаги и флаги воздушно-десантных войск. Многие экземпляры этой техники были восстановлены практически с нуля, другие вовсе собирались по старинным чертежам. Многим горожанам удалось присоединиться к парадному шествию и даже прокатиться на старинных автомобилях. Стоит сказать, что этот год празднования Дня основания воздушно-десантных войск России стал юбилейным. В 90-ю годовщину десантники смогли увидеть праздник, который был для них организован на стадионе «Спартак». Кроме того, многие желающие рязанцы и гости нашего города посетили выставку военной техники, которая развернулась на специально организованной интерактивной площадке перед стадионом. Анна Герцовская, телекомпания «Город».